Послушай, это действительно Сагдалинар? Да, это он, но меня шутка не верит. А я обожаю его. Эй, а почему вы говорите про Ивана Дака? Да это так, образно. Очень смешно. Вы же слышали разговор с этим проклятым Горбачевым? Да, конечно. Я бы сказала, что это тот же Иван, но только совершенно неуравновешенный. Вот и я! Да, командор? Я уже давно не занимался делом. И мне это стало скучно. Я хочу повеселиться сегодня. Вообще-то, у нас на сегодня другие планы, командир. Хватит, атакуйте. Готовьте торпеды. Но, командир, нельзя. Но транспортер не стабилизирован, и система не активирована. Ну так что же вы, стабилизируйте немедленно. Тормози! Теперь вы понимаете, почему я так нервничаю? О, Господи! Нет, так нельзя! А знаете, мы все умрем. Все, я активировал запуск. Пошел обратно отсчет. Выполняйте. Вы же не один. Стабилизатор немедленно. Да он псих. Приготовиться. Стабилизатор работает нормально. Все в норме. Продолжайте. Вот черт. Уже ничего не сделаешь. Слишком поздно. Вроде все. Теперь мы полностью готовы к запуску. Подожди, ты забыл убрать задвижку. И вуаля!